На фестивале ТОС наградили лучших среди лучших. Председатели, активисты общественных самоуправлений получили нагрудный знак «Лидер ТОС». За что они удостоились такой награды, знает Юлия Туманова. Сегодня на площади Советов наградили председателей общественных самоуправлений. Например, ТОС «Любимый дворик» объединил неравнодушных жителей домов 19 и 21 на улице Тобольская. Общественники уже на протяжении 5 лет благоустраивают придомовую территорию. А оказывается, можно все сделать своими руками, не ждать, что кто-то придет и сделает для вас. А у нас и видеонаблюдение есть, и мы в своих подъездах сделали ремонт, поставили евроокна, металлические двери установили. В общем, стараемся, чтобы было людям комфортно, уютно жить в нашем дворе. И название не случайно — «Любимый дворик». Город Улан-Удэ, ТОС, «Любимый дворик». Анюжанаева Александра Михайловна, председатель ТОСа. Нагрудный знак «Лидер ТОС» сегодня также получили городские ТОСы «Исток» и «Гранит». Сейчас в Улан-Удэ насчитывается около 100 общественных самоуправлений. Благоустройство столицы напрямую связано с их активной позицией. Они же делают не только для себя, они делают мир вокруг себя лучше. И даже те, кто не причастны к ТОСам, чувствуют это на себе. Вот наши лидеры, что они убирают, несанкционируя свалки, благоустраивают скверы, протягивают инженерные сети, протягивают интернет к себе и вообще улучшают вокруг себя жизнь, и этим пользуемся все мы. Юлия Туманова, Александр Семенов, телекомпания АТВ.